Всем привет! Давайте затестим нового героя, который сегодня вышел в призыве стихий, Ксандрелла. Со средней маной она наносит 450 урона цели и всем ледяным врагам. То есть, если мы, например, возьмем вот такую вот команду, где будет 3 зеленых героя, 2 синих, и она ультанет, например, Квинель, она, получается, ей нанесет 450 урона и автоматически еще Миллени и Локи. То есть, такой урон пройдет по троим героям сразу. Также она автоматически наносит 491 урон цели и всем ледяным врагам, когда у них полностью заполнена мана, а также сокращает их ману на 50% на протяжении 4 ходов. То есть получается это еще и блокиратор. Она ультует, да, в данном случае пройдет урон по троим героям, вешает дебаф, и когда их мана заполняется, то им прописывается вот этот фиксированный урон 491, и также сокращается мана на 50%. Вроде так. Ну и бафает все камни, она сейчас будет стоять, когда в атаке она играет 37 дает маны, когда в защите минус 30 маны. Давайте, в общем, посмотрим, как это все будет в бою работать. Возьмем 3 зеленых, 2 синих, ну и попробуем вынести эту команду. Полетели. Так, у нас ходу, в принципе, есть 3 зеленых. И на этом все. Давайте тогда вот так вот пробросим. И можно вот сюда вот фиолетовый. В принципе, в первом тапке ее можно просто зарядить, да и все, и посмотреть, как это все будет работать. Так, ну все, зарядилась нарцисса уже. Ну давайте-то синие в нее пробросим. В принципе, мы сейчас можем отхилиться. Так, нормально. И как бы сделать? Хорошо бы, конечно, было Локи первыми зарядить, и мы бы ультанули в нее, и получается бы мы сразу заблокировали бы Мириам. Но Локи у нас навряд ли получится зарядить. Хотя давайте вот так взорвем, но Мириам все равно сейчас будет ультовать. Нет, она не ультует, но мы и Локи не зарядили. Появляются вот эти вот самоцветы, которые еще наносят по 20 урона. Ну, теперь нам остается только вот так взрывать, да и все. Потому что вроде она сейчас заблокирует свою ультой ману. Так, все, она ультует. Ну-ка, как выглядит ульта ее. Бам, она... Да, она, короче, смотрите, ультанула сюда вот и заблокировала ману. Но если бы она в зеленых ультанула, то, получается, вообще бы по троим прошло. А так, только по Локи. Ну и по Миллени. И что нам теперь делать? Ну и все, в принципе, сейчас вот этот и Офф еще зарядится, и на этом, скорее всего, все. Да, сейчас он отхилит их. Ну, нормально, что. Да, вот и герои какие. Ладно. Давайте следующим тапком возьмем все-таки Маргарет, чтобы была возможность хоть уклониться от этого всего. Пробрасываем сразу тройку. По камням опять не очень, но, в принципе, что-то собрать здесь можно. Давайте вот так вот. Да, зеленый подъезжает. Хоть мы и зарядили Мириам. И вообще почти ее вынесли. Сейчас Маргарет не будем, наверное, пробрасывать, а попробуем дозарядить наших синих. Хотя, если мы вот так вот фиолетовый пробросим, то, в принципе, может его зарядиться. Тогда давайте вот так вот, потому что тут красных много полетит. Так, да, и синие подъезжают. Отлично, Локи опять не зарядился, это, конечно, плохо, но мы вынесли Мириам. И теперь ультует вот этот дикарь, можно сказать, потому что, ну, урон реально очень дикий у него. Давайте две Квинель тогда сюда. Ультуем, ну и синий в него пробросим. Блин, да ему вообще хоть бы что. Так, ну давай. Аккуратно. Бам, уклонились. Так, окей, нормально. Пока все нормально. Давайте, наверное, скопируем ее ульту. Хотя мы можем, в принципе, отхилиться вот так вот. Так, ну да, лучше ее скопировать. Она сейчас, получается, мы ей заблокируем ману. Да, и все. То есть на этом все. Но мы бафнули камни. Так. Ну. Можно попробовать вот так взорвать, да, по максимуму пробросить. Так, все, мы его вынесли. Это отлично. Уклонилась. Мы отхиливаемся. И вот так вот делаем. Еще раз Квинель. Так, сколько у нас тут?
Да, три хода ничего. А здесь получается сколько? Также три хода. Это круто. Ну, мы можем вот так вот зеленые, они у нас как раз под бафом. Так, ну и сюда вот так пробросим. Бам, да. Ну, отлично, что, давайте перезайдем другой командой, ну и попробуем их еще раз вынести. Давайте возьмем вот такую вот команду. Здесь, в принципе, почти все очень быстрые, ну, кроме Локи. Пробрасываем вот так вот сразу тройку красных. И вот так вот собираем. Все, у нас зарядился Алукард, и мы, в принципе, сможем уже вынести миньонов. Давайте вот так ультуем. Срезаем броню. Но сейчас, я думаю, Алукардам нет смысла ультовать. Поэтому пробросим сюда вот синие. Угу. Так, так, так. Фиолетовый у нас не получится собрать. Но они бы нам бы сейчас очень бы пригодились. Тогда можно вот так попробовать. Ну, что-то я тут как-то все коряво начал, если честно, собирать. И походу все. Хотя мы сейчас, в принципе, отхилимся, если Алукард, ну да, он останется. Да, что-то корявенько. Ну да, две ульты. Скорее всего, здесь будут минус все. Просто не успел срезать им атаку. Угу. Ну ладно, давайте вот так вот фиолетовые. Так, что, не все зарядились? Ведь, ну тут уже... Так, кто останется? Кто-то остался. Тогда мы можем вот так вот, в принципе, ультануть. И хоть немного срежем атаку. И как лучше сделать? Угу. Хотя тут уже как не делать. Давайте вот так вот просто взрываем. Пусть этот герой ультует. Ну и посмотрим, что здесь будет. Бам. 1000. Ну ладно. Ну что, ребят, вот такой вот был герой. Если не ультовать синих героев, то это получается блокиратор минимум на 2 цели. А так и много урона наносит, еще и блокирует особый навык. И также бафает камни, ну если вы играете в атаке. В общем, отличный герой, ее можно смело качать. Удачи вам в ее поимке. Ставьте лайкосики, подписывайтесь на канал. Всем отличного настроения и всем пока.